Работы по устройству тонкослойного покрытия асфальта начались в Братске. Об этом телекомпании «Город» сообщил Павел Матюхин, директор Братского филиала дорожной службы Иркутской области. Работы специалисты начали проводить неделю назад на федеральной трассе Вилюй в районе Южного Подуна с сегодняшнего дня. Объем работы большой – 7,5 километров в сторону «Энергетика» и столько же в обратную сторону. Закончить специалисты планируют в течение 40 дней. Проводится в рамках выполнения госконтракта. Это делается для того, срок службы основного дорожного покрытия. Уложено будет асфальт в рамках этого контракта порядка более 11 тысяч тонн асфальта. В свою очередь, автомобилисты не понимают, зачем на практически новый асфальт кладут еще один слой. Специалисты же уверены, эта работа необходима. Она позволит увеличить срок службы основного покрытия.